Новое оборудование, современный дизайн и абсолютно иной формат меню. Столовая в 9-й школе преобразилась после реконструкции. В рамках программы «Взлетай», которую год назад инициировал глава городского округа, она превратилась в уютный уголок, в котором приятно находиться и полезно поесть. Все-таки дети, когда приходят в школу, они два раза кушают. Представим, что они 4 раза в день кушают, то есть 50% еды, которую они получают в школе. А это очень важно. Это важно для молодого организма, чтобы они росли здоровыми, успешными, ну, с хорошим, крепким здоровьем. Поэтому вот ключевая задача – дать детям здоровье. На церемонии открытия обновленной столовой и выпускник 9-й школы, народный артист России Дмитрий Харатьян. Он в годы отрочества в буфете родной школы ел только сахарные язычки за 7 копеек. Такого разнообразия, как сегодня, не было. Очень важно вот это отношение к детям, к школьникам, потому что вот именно в это время формируется главное, формируется, собственно, отношение к жизни, мировоззрение, вкус, культура и так далее. И все, что этому способствует, а это, ну, зависит от нас, взрослых, конечно, это очень важно. При содействии артистов в 9-й школе уже открыт стоматологический кабинет. Теперь и столовая отвечает всем требованиям муниципальной программы «Взлетай». Суть ее направления «Питайся правильно» в том, чтобы даже самый привередливый ребенок не уходил голодным из школьной столовой. Мы в этом году модернизировали наше питание. У нас есть базовое бюджетное меню. И плюс мы вводим меню свободного выбора. Стандартный прием пищи, если мы берем обед, то, соответственно, порядка 6 блюд. Плюс порядка 10 блюд идет дополнительно на выбор. Это столовая 8-я по счету, которую модернизировали за последний год в образовательных учреждениях округа. Программа «Взлетай» продолжается. Причем, как отметил глава муниципалитета, теперь модернизация затронет и спортивные площадки в школах.